Здравствуйте, мы находимся в Клондайк. Клондайк на Android-версия, и я предлагаю вместе поиграть. У нас продолжается наше обновление хэллоуинское, только вот не понимаю почему. Тут у нас уже Хэллоуин вовсю, а в Одноклассниках у нас что? Не подсказывайте, я помню. Там у нас лабиринты. Ну ладно, одно другому не мешает, сочетаем приятное с полезным, проходим и лабиринты потихонечку, ну и тут тоже, конечно, пытаемся чего-нибудь сделать. Если прошлую обнову я прошла, можно сказать, так на ура, ну, то в этот раз это совсем не тот случай. В этот раз мне так прям не повезет. Я уже вижу, что я особо таки никуда не успеваю, никуда не влажусь. Энергии надо немерено, а где же ее столько взять, скажем так. Ну, пытаемся найти, но пока таки безрезультатно. Нет, животных кормим и все такое прочее. Смотреть. Так, во-первых, я, по-моему, забыла здесь доделать. Вот, да-да-да-да-да. Отпустите меня, называется, отпустили. Чего? И сколько вас так раз отпускать? Вот заметили, что у нас 200 энергии? Решили, что мы тут будем, понимаете ли, катать их? Я о том же. Ни стыда, ни совести. Обратите внимание, вся наша энергия. А подарок-то подарят. Как всегда, сэкономили, называется. Ой, тут еще садик без головы приехал. Понаехали. Что-то у нее с губами потрескались у девочки. Закончилась губная помада. Ой, этот, смотрите, какой красивый. Дядька, я тебя видела, ты шевелился. Да-да-да-да-да-да. Класс. Так, это, кстати, я не забрала, не знаю почему. Тут у нас обменять. Ладно. Тут у нас ни о чем. О чем? Так, трон. Ой, эти цветочки я еще не нашла. Во. Зато, обратите внимание, тут подарочек от меня прячется. И если мне не изменяет память, а она мне таки вроде как еще все в порядке, это последний участок, и после этого мы с вами опять отправляемся дальше. Типа продолжение следует. На новую локацию, к новым вершинам. Но фишка в том, что отправляться-то мы отправляемся. Ну, в этот раз тут я вообще даже ни о чем. Вообще никак ничего ни о чем. Не взяла, не потратила, не сделала. Так, ну вот это, между прочим, их не густенько, чтобы собрать чего-нибудь. Это вообще перебор. Сколько энергии они от меня хотят, чтобы я потратила. А подарки, ну, вообще плохие. Вот в этот, если они спросят меня в этом обновлении, как мне подарки, я скажу, никак. Подарки, а что они были? Не, ну толком же ж ничего и не было, реально. Я не считаю, что я продираюсь, я считаю, что вот мне мало. Так, где 45 еще это тут? Если не брать 45, а тут тоже много наберешься. Так что, а, кстати, здесь я все. Ну, здесь я все. Дяденька, ой. Ну, видите, так я полноценно не заберу. Вот эти 16 у меня просто нет. Фокус не удался, называется. Так, пошла-ка я домой за энергией, что ли. Ну что, приехать-то мы приехали. Энергии здесь немного, но она есть. Конфет так более или менее. Ну, они ж толком ничего не дают. Зато давайте откроем вот еще подарочек был такой. Можно так сказать. Козий сыр один раз. И все. Печально. Ой, печально. Жалко, жалко, жалко. Так, тут у нас раз, два, три. Тут у нас... Ой, тут у нас вообще тоже мало. 64 штуки надо делать. Скажем так, пополнять свои запасы. Так, и вот тут. Сейчас энергия наколдуем и пойдем обратно. Итак, мы давайте с вами рассмотрим еще на одну шкатулочку, которую нам подарили. Итак, раз. О, ну хоть где-то дали немножко энергии.
очень сильно радует. Ну, прям совсем немножко, но прям совсем чуть-чуть. Ладно, идем дальше чистить. Что там обменять-то? Огонь. Гори, гори. Да, пока дойдем. Ай-яй-яй. Почти дошла. Кстати, не обратила внимания на вот огонь. Раз. Огонь два. Ну, что-то сделали. Мне нравится. Куча энергетиков. Куча — это 5 энергий. Обычно у них это, у них уже много. Это у них уже прям, ну, прям куча. Типа девать некуда. Ну, прикол в том, что я сегодня точно закончу этот остров. Ну, с энергией очень даже уже не очень. Что-то я прям смотрю и не знаю, куда мне прям так нажать, чтобы проще и побыстрее. Ну, я так понимаю, что типа не судьба. Ага, во как. Ладно. Вот наш первый. До него еще не достало. А за ним еще второй. Ну, в общем, это будет совсем другая история, потому что энергии больше нет. Ну, а видео на сегодня мы заканчиваем. Пока.